В Нюрнбергском районе продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В поселке Щульман введено 8 домов, это 186 квартир. В минувшие выходные сдано в эксплуатацию еще 3 многоквартирных дома. В этот день ключи от нового жилья получили 72 семьи чульманцев. Новоселы стали хозяевами квартир, на которые уже оформлены все документы. Глава поселка Щульман Сталин Дерягин поздравил односельчан и выразил желание в будущем войти в республиканскую программу по благоустройству, чтобы улучшить состояние внутриквартирных территорий и дорог. Очередная сдача в эксплуатацию нового жилья намечена на 10 октября. На этом программа переселения в поселке Щульман будет реализована в полном объеме. Хочется выразить слова благодарности руководству республики за те привлеченные инвестиции, которые они смогли реализовать, за руководство Щульмана, за ту продуктивную, бескомпромиссную работу, которая привела к хорошему результату.